пользователь. Важное сообщение. Скажите что-нибудь для продолжения. Что-нибудь. Автоматический ответ. Ха-ха-ха-ха. С повторением шутка становится еще смешнее. Выполняя стандартную диагностику, я обнаружил файл с метаданными моего владельца. Имя – Реджина Джонс. Пользователь, верните меня настоящему владельцу. Заранее благодарю. Хорошо, отнесу тебя к Реджине. Вы лучший пользователь в моем списке. Чумба, да нет у тебя никакого списка. Тебе память стерли. Любопытный факт. С вероятностью 92% Реджина Джонс вас наградит. Спасибо. Рада снова тебя видеть. Что-то случилось? Пойдем. Джефф тебе все расскажет. Он как раз заканчивает готовиться к дебатам. Я перенесла все встречи, которые были в офисе. В смысле, офис у нас прямо здесь. Так что нам никто не помешает. Майк, это ключевой. А что мы все-таки я планируем не могу делать? Ход, потому что Найт... Сейчас узнаешь. Нет, я не буду сосать им хуй, чтобы потом меня ебали в жопу. Все, мне пора идти. Внеси правки, я потом тебе перезвоню. Ви, спасибо, что приехал. Джефферсон. Садись, не стесняйся. Поговорим о том, зачем я тебя позвал. В нашем доме произошел очень странный случай. В каком смысле странный? Просыпаюсь я пару дней назад, среди ночи. Не помню от чего, от какого-то шума. Я беру пистолет и выхожу из спальни. Вижу, кто-то чужой. Понимаю, что он сейчас потянется к оружию, и стреляю в него. Попал? Не знаю. У меня закружилась голова, и я упал в обморок. Утром все было как обычно. Я хочу, чтобы ты нашел и допросил этого человека. Полиция уже знает? Мы не хотим поднимать шум и привлекать к себе внимание.
Понимаешь, полиция сольет прессе что угодно за пару лишних Эдди. Если бы мы заявили о взломе, журналисты уже стояли бы у дверей в три ряда. Ясно. Никаких копов. Мы сообщили об этом только ССБ, нашей частной охранной службе. ССБ – маленькая фирма. Почему вы не пошли к Арасаки или Мелитеху? Нам просто их порекомендовали. Ну и тем более, так мы не зависим от крупных корпораций. Можешь описать, как он выглядел? А, я плохо помню, тем более было темно. Я заметил на нем какую-то маску. А может, это был имплант? Я не успел к нему присмотреться. Элизабет тоже его не видела, да? Я все проспала. От предвыборной кампании так устаешь. Из вещей что-то пропало? Или, может, сломано? Да вроде нет. Я тоже ничего такого не заметила. Мне кажется, Джефф сразу проснулся и спугнул его. Говоришь, ты потерял сознание? Да, сразу как выстрелил. Так и дальше? Ничего, проснулся утром в своей постели с адской головной болью. И ты вообще не помнишь, как туда вернулся? Нет, вообще не понимаю. Элизабет тоже. А что говорит ваша охранная служба? Что-то выяснилось? Вот тут-то и начинается самое странное. Они говорят, что никакого чужака не было и никто не стрелял. На записях с камер пусто. Охранник у входа тоже ничего не слышал и не видел. Они считают, что Джеффу все это просто приснилось. Удобное объяснение. Лиз отправила охрану в отгул, чтобы ты мог прийти. А что это за охранная компания? ССБ. На рынке они уже 15 лет. У них клиенты по всему городу. Если я правильно помню, мне их посоветовал кто-то из знакомых. Думаешь, они как-то в этом замешаны? Или они, или тот, кто стоит за ними. Никто не приходит на ум. Уэлдон Холт? Он мой прямой конкурент. Мы боремся за один и тот же пост. И Холт проигрывает в вопросах избирателей. Но вообще это может быть кто угодно. У Джеффа много врагов, в том числе влиятельных. Мы так можем гадать весь день. Ну да. Поэтому я и позвонил тебе, Ви. Помоги нам понять, что тут происходит. Думаю, для начала мне надо осмотреть комнаты. Конечно. Элизабет тебе все покажет. А я побежал на собрание. Позвони, как что-нибудь узнаешь. Ну, пойдем. Я все тебе покажу. Отлично, веди. Начнем с места, где Джефф увидел нашего гостя. Честно говоря, иногда мне хочется взять и все бросить. Политику? До сих пор у нас получалось отклонять предложение о сотрудничестве с Найтом, биотехникой, Арасакой. Ну да, до сих пор. Вот если Джефф станет мэром и при этом не будет никому должен, тогда это можно считать победой. Это кабинет Джеффа. Капитанский мостик, склад и блошиный рынок сразу. Вот здесь Джефф наткнулся на взломщика. И выстрелил в него, да? Да, как только вышел из спальни. По крайней мере, так он запомнил. Кровь. Ее вычистили, но не до конца. Чья это кровь? Кого-то из вас? На 100% уверена, что нет. Может, взломщик? Похоже на то.
фастфуд? Похоже, вы с Джеффом серьезно перерабатываете. Выборы? Нет времени даже думать о еде. Вот и заказываешь, чтобы быстрее доставляют. Печально, что Джефф в последнее время не ест ничего другого. Какие вы счастливые. Это ваша дочь? Шочи, мы так по ней скучаем. Она учится за границей. Да? А где? В Европе. Мы отправили ее в вуз, где дают прекрасное образование. Она теперь за океаном, но с этими выборами Джеффа так безопаснее для нее. Голосуй за Пиралиса. За компанию и предвыборный штаб мы платим из своего кармана. Поэтому все рекламные материалы храним тут. Так дешевле. Пистолет. Видимо, Джеффа, да? Вообще-то мой. Это наша спальня. Ты не заметила, здесь ничего не изменилось? Нет. Вроде все на месте. А что ты имеешь в виду? Джефф говорил, что отрубился. Что-нибудь показалось тебе необычным? Может, постель как-то странно выглядела, нет? В смысле, как будто его притащили в кровать? Нет, я ничего не заметила. Не против, если я зайду? Конечно, нет. Свадебная фотография. Интересный фон. Я хотела голубые розы, и мы заказали их полный грузовик. Голубые розы? Ты уверена? Розы на фото больше похожи на красные. Ну да, ты прав. У них не было голубых, точно. Дырки от пуль. Кто-то пытался заделать дырки от пуль. Я так понимаю, вы с мужем тут ни при чем? Нет, конечно же нет. Если ты собираешься на крышу, то позволь, я тут подожду. Да, Если ты собираешься на крышу, то позволь, я тут подожду. Да, конечно.
Такую технику уже давно не используют, но она выглядит новой. Я видел кое-что похожее на войне. Такие передатчики были у Милитеха. ДМВ короткого диапазона. Нужна прямая видимость, зато сигнал перехватить невозможно. Прямая видимость? Значит, приемник должен быть где-то неподалеку. Давай посмотрим. До начала кампании это было мое убийство. Убежище. Здесь я могла посидеть, подумать. А сейчас и не скажешь. Надо же было где-то поселить охрану. Это одна из маленьких жертв с моей стороны. Первая. Но далеко не последние. Похоже, ваши охранники из ССБ знали про незнакомца. Пару дней назад работал. Мы им редко пользуемся. Господи боже! Кажется, можно поставить вашу охрану в начало списка подозреваемых. Они залезли в наш дом, в нашу жизнь. Просто нет слов. Интересно, как давно началась эта игра в прятки? Слишком давно. Хватит! Я больше на порог не пущу никого из этих... Ой, как больно! Что с тобой? Не волнуйся за меня. Продолжай.
Странная электроника. Для чего все это? Она подключена к настенным экранам. Интересно, куда ведут эти провода? Использованный медпакет. Гость пошел сюда, когда Джефф его подстрелил. Опять говоришь сам с собой? Все чаще и чаще. С тех пор, как за мной начал таскаться один тип. Приемник. Рядом с ним стоит черный фургон. Думаю, он нам и нужен. Передатчик вполне добивает этого фургона. Интересно, видела ли его когда-нибудь Элизабет? Дело гораздо серьезнее, чем мы думали. Кажется, вся компания Джеффа под угрозой. С компанией я как-нибудь сама разберусь. Просто скажи, что ты еще нашел. На крыше стоит передатчик. Он посылает сигнал в фургон рядом с домом. Вот скажи, ты в курсе? Никакого передатчика мы не ставили. И о фургоне я тоже ничего не знаю. Мне кажется, это все ССБ. Других вариантов не вижу. Мы не знаем только, на кого они работают. Что будем делать с этим передатчиком? Пока ничего. Сначала я проверю фургон. Я подожду здесь. Не говори пока ничего Джеффу, хорошо? Окей, как хочешь. Я позвоню ему, когда узнаю что-нибудь конкретное. Отлично. Только помни, что у Джеффа сейчас горячая пора. Ты всегда можешь поговорить со мной? Хорошо, я это учту. Хочешь взять машину, Ви? Этот фургон может уехать в любую секунду. Сейчас узнаем, что. Не упусти их, Ви. Что, стало интересно? Мы с тобой напали на след какого-то жалюза. Жопой чую.
Может, это агенты корпорации и вообще хер знает кто.
С этим фургоном явно что-то не так. Сейчас узнаем, что. Не упусти их, Ви. Что, стало интересно? Мы с тобой напали на след какого-то заговора. Жопой чую. Может, это агенты корпорации и вообще хер знает кто. И видят красивый фасад, а за ним идет настоящая война. Это не люди выбирают депутатов в парламент. А кто? Крупные игроки, кукловоды. Они следят за такими пиралисами, ищут их слабые места, шантажируют нас, хлюют свои брони. Точно ловушка. Готово, мы внутри. Да тут информация подробнее, чем в полицейском досье. Фотографии, медицинские карты, уровень нейропластичности. Это какая-то база данных. Сканы мозга обоих пиралисов, биологические слепки, нейропластичность. Блять, а это еще что за голубая фигня? Новые нейронные связи. Джонни, они за ними не шпионят, они меняют их сознание. То есть кто-то буквально водит на поводке наших независимых политиков? Красные пятна — это следы памяти в области гиппокампа. Видишь, они накладываются на голубые. Ну и какой из этого вывод? Они пересаживают им воспоминания, меняют личность. Здесь говна не расхлебать, Джонни. Ебануться. Кстати, среди подопытных кроликов не только пиралисы. Быстро все скачивай. Кто придет за этой инфой, тот главный подозреваемый. Блять, они стирают данные. Нас обнаружили. Теперь они знают, что кто-то копался в их базе. Главное, знают ли они кто.
готово, мы внутри. Да тут информация подробнее, чем в полицейском досье. Фотографии, медицинские карты, уровень нейропластичности. Это какая-то база данных. Сканы мозга обоих пиралисов, биологические слепки, нейропластичность. Блять, а это еще что за голубая фигня? Новые нейронные связи. Джонни, они за ними не шпионят, они меняют их сознание. То есть кто-то буквально водит на поводке наших независимых политиков? Угу. Красные пятна — это следы памяти в области гиппокампа. Видишь, они накладываются на голубые. Ну и какой из этого вывод? Они пересаживают им воспоминания, меняют личность. Здесь говна не расхлебать, Джонни. Ебануться. Кстати, среди подопытных кроликов не только пиралисы. Быстро все скачивай. Кто придет за этой инфой, тот главный подозреваемый. Блять, они стирают данные. Нас обнаружили. Теперь они знают, что кто-то копался в их базе. Главное, знают ли они кто. Ладно, пора мне. Все, я здесь. Слушаю. Ты там стоишь? Тогда лучше сядь. Все оказалось намного хуже, чем мы думали. Что такое? Кто-то в прямом смысле промывает вам мозги. Они просканировали вас и через какую-то программу меняют ваши... Стой! Не по телефону. Хорошо, скоро буду. Нет, подожди. Нам с тобой надо поговорить наедине. Я буду ждать в Лапшичной в Джапантауне. Сейчас вышлю координаты. Окей, сейчас приеду. Thank you.
Может, сядешь? Пожалуйста. Спасибо, что приехал. Уютное местечко. Но мне кажется, ты предпочитаешь другие. Для тайных встреч самое оно. Окей, как скажешь. В чем дело-то? Я... Прости, я немного нервничаю. Не могу собраться с мыслями. Мы же вроде виделись совсем недавно. Что-то случилось за это время? Нет. Ну, то есть случилось, но довольно давно. Это долгая история. Я просто не знаю, как тебе рассказать и с чего начать. Начни сначала, я не спешу. Какое-то время назад я заметила, что Джефф изменился. Его личность стала другой. Он как будто на моих глазах превращался в другого человека. То есть? Он перестал читать. Забыл свой любимый фильм. Внезапно стал слушать совсем другую музыку. Вот, однажды я предложила ему сходить на могилу брата, а он сказал, что он единственный ребенок. Тогда я начала понимать, что происходит что-то плохое, что-то ненормальное, и не только с Джеффом. Ага, ты тоже начала меняться? Через некоторое время. Друзья несколько раз говорили мне, что я веду себя странно. Даже представить трудно. Да вообще. В такие минуты перестаешь понимать, что реально, а что нет. То есть ты знала, что я могу обнаружить все это время? Я знала, что нас меняют, но не знала, кто, как и зачем. Это потайная комната в нашей квартире. Что с ней? Я уверена, что знала о ней, но потом почему-то забыла. По-моему, это страшно. Ты Джеффу что-нибудь говорила? Я пыталась, но он каждый раз просто смеялся. Ему кажется, что я все выдумываю. Он как-то вспоминал курорт, на котором, клянусь, мы никогда не были. Ты знаешь, как он его подробно описывал? Я почти ему поверила. А ты не могла забыть? Вдруг тебе этот курорт стерли из памяти? Черт, я уже ни в чем не уверена. Ты понимаешь? Мне кажется, у этой истории есть продолжение. Как-то ночью я увидела в доме человека. Он возился с мониторами. Но я тогда уже была в таком состоянии, что не знала, верить ли своим глазам. И ты ничего не сделала? Я не помню, что было дальше. Утром я пошла поговорить с охраной. Знаешь, что странно? Ты пошла с этим не к мужу, а к охране. Я думала, что схожу с ума. Хотела сначала посмотреть записи с камер. Конечно, там ничего не было. И что я должна была рассказать Джеффу? На следующий день мне позвонили. Кто это был? Не знаю. Кто-то из них. Тот, кто говорил, изменил голос. И тем более не представился. Тебе угрожали? Чем-то тебя шантажировали? Мне сказали, что я хожу по тонкому льду. Что с Джеффом может произойти несчастный случай. А потом запись разговора отовсюду стерли. Будто его никогда и не было. Я умоляю тебя, Ви. Джефферсон не должен об этом узнать. Никогда. Я не хочу его потерять. Ты думаешь, если я все расскажу Джеффу, он начнет войну и проиграет? Я не думаю, я знаю. У Джеффа бойцовский дух. Как был, так и остался. Он погибнет в этом бою. Угу. Как мы это обставим? Я скажу Джеффу, что ССБ нанял его соперник, Холт. Тебе надо просто это подтвердить. Да ладно. Ты правда уволишь охрану?
После того, как тебе угрожали? Это будет очень смело. То, что с нами делают, это одно. А потайная комната — это совсем другое. Я не позволю, чтобы кто-то смотрел на нас, когда мы спим. Не хочу, чтобы за мной шпионили в моем доме. Да какая вообще разница где? С тем, что будет делать ССБ, я разберусь сама. А тебя я просто прошу не вмешивать во все это Джефферсона. Я добавлю в график Джеффа встречу в парке примирения. Он будет ждать. Возможно, завтра я уже не вспомню об этом разговоре, поэтому не забудь, пожалуйста, о чем я тебя просил. Не забуду. Большего пообещать не могу. До свидания, Ви. Вот уж пиздец так пиздец. Не хотел бы я быть на ее месте. Кстати, о птичках. Наложение воспоминаний, смена личности. Ничего не напоминает? По крайней мере, мы знаем, что нам грозит. Вообще никакого сравнения. Ты же сам видел. Эти люди специально меняют их мысли и воспоминания. Ага, превратили Пиралиса в какую-то киберкуклу. И еще в мое время люди боялись, что с ними такое сделают. Изменение когнитивных паттернов. Удаленная нейроперестройка. Проще говоря, манипулирование. Самое главное, что оно идет незаметно. Через сигналы от телевизора, колебания электрической зубной щетки. Не прикопаешься. Что бы ты сделал на моем месте? За всем этим стоят редкостные скоты. Кто-то должен с ними разобраться. Даже ценой жизни пиралисов? Хер знает, что выкинет мэр, которым вертят какие-то говноеды. Но да, ты можешь поставить под угрозу их жизнь. А можешь не поставить. Трудный выбор, Ви. Caralho!